Ну что, друзья, из хостела мы нормального с Нижегородского Арбата, а если быть точнее, улица Большая Покровская, ушли и вот бродим в какой-то жопе. Ну чё, местечко очень интересное. Люди тут сразу, точно могу сказать, другие совсем. Вот. Так, кто это? Ага. Все нормально. А как называется эта остановка? Долгополова? Нет, Долгополова, да. Спасибо. Ну, в принципе, достаточно приветливые. Вот. По ощущениям. По ощущениям интересно. Сейчас вот с этой вот подрались, вот которая сзади идет. С Муркой, точно. Телефон она чуть не расколбасила. Ну, в принципе, ничего, все нормально. Сегодня будем ночевать на арт-заводе. У каких-то фаерщиков. Пипец. Как нашли фаерщиков, язык до Киева доведет. В общем, через друзей. Ладно. Вон, друзья уже нам руками машут. Все.